И переходим к другим новостям. В Нязепетровске жители строят ледовый городок сами. Каждый день после работы они берут бензопилы, топоры и лопаты и идут на площадь перед Дворцом культуры, где создают ледовые фигуры и горки. Ледового городка в Нязепетровске не было уже несколько лет. Чтобы порадовать детей, жители решили самостоятельно построить горки и выпилить изо льда сказочных персонажей. Заяц уже готов, в принципе. Его надо маленько как-то заморозить. Ледовый городок создают 20 неравнодушных жителей Нязепетровска. За разрешением на строительство обратились к главе. С поставками стройматериалов и льда помогают местные предприниматели. Затем мы открыли сбор средств, приносили денежки все жители, которые хотели поучаствовать, оказать финансовую помощь, физическую помощь. Даже просто кто-то советовал что-то, что как лучше нам сделать, потому что все столкнулись с этим впервые. За неделю собрали более 7 тысяч рублей. Это деньги, которые приносили местные жители. На них купили краску для фигур, а также гирлянды. Ей украсят городок. Он будет находиться за главной елкой на площади у Дворца культуры. Помимо фигур и горок, в городке будет лабиринт казаков.